Город Харбин богат наследием и обладает уникальной книжной коридорой. По выходным многие иностранные туристы и читатели приходят в великолепный читательный зал, чтобы сфотографироваться и насладиться удовольствием от чтения. В Харбине книжная коридора уникальна. Она делает еще более выразительную романтику этого города. Книжный магазин «Джонг-Чуан», расположенный в коммерческом центре Хаси, представляет собой коридорно-комплексное пространство, объединяющее функции чтения, самообучения, общественного питания, коридорно-творческих занятий и салона. Вдохновением для дизайна послужил лес Большого Хэнгана, а внутренние книжные полки в основном сделаны из дерева. Большая центральная книжная башня в книжном магазине похожа на высокое дерево, привлекающее большое количество туристов и читателей. Я приехала из города Хайкоу в командировку. Мне очень нравится посещать книжные магазины, когда я оказываюсь в другом городе. У меня ощущение, что этот магазин очень большой и красивый. Очень стоит посетить его, сфотографироваться в нем и рекомендовать его другим. В будущем мы надеемся создать еще больше возможностей, открыть салон чтения и так далее. Книжный магазин «Каймин», расположенный в районе Сянфан города Харбина, является тематическим книжным магазином. В магазине очень светло, и многие люди приезжают сюда читать книги и общаться с друзьями. Здесь моя душа радуется. Я ощущаю себя очень хорошо. Наш магазин открыт для жителей окрестностей и учащихся. Книги очень богаты, включая некоторые тематические публикации, социальные науки, литературу и профессиональные справочники. В будущем наш книжный магазин будет инновационно предоставить некоторые театральные представления, показы кино, драмы и другие проекты, чтобы создать платформу коридорного обмена с открытыми функциями и разнообразными формами.